Я приветствую всех на своем канале, и сегодня хочу показать вам процесс вязания вот таких вот пинеточек с зубчиками, с отворотиком, отворотик резиночка. Здесь еще один отворотик, рулик. Подошва, замеряем сейчас, сколько сантиметров. 11, 11 с половиной. Вязала я из пряжи трех цветов. Вот такой у меня был остаточек. Сиреневая, черная. И серенькую взяла основную ниточку, которой вязала подошву и верхнюю часть. Спицами я вязала 2 с половиной. Так, и приступим к вязанию. 32 петли я набрала. Если кто хочет, то и кому легко вязать по схемке, то можете вязать по этой схемке. Если кому тяжело вязать по схемке, то я вам дам ссылочку на вязание подошвы. У меня есть отдельное видео, как вязать подошву на 32 петли. Именно на 32 петли. Я дам вам ссылочку, а кому легко вязать по этой схемке, значит, вяжем по этой схемке. Я еще не вязала подошву, сейчас тоже буду вязать вместе с вами. И когда будет подошва готова, будем потом вязать дальше. А пока вяжем подошву. Итак, у меня подошва готова. На спице 52 петли. И я потом взяла черную ниточку и провязала 4 ряда. Лицевыми, изнаночными, лицевыми, изнаночными. 4 ряда. Вот у меня провязано 4 ряда. Теперь этой же черненькой ниточкой нам нужно провязать зубчики. Первую петлю снимаем, далее вяжем 2 вместе лицевой накид. 2 вместе накид. 2 вместе накид. И так вяжем до конца. В конце накид и кромочная. По изнаночной стороне все петли вяжем изнаночными и накиды также провязываем изнаночной. Провязали ряд изнаночными и теперь вяжем еще один ряд лицевыми и один ряд изнаночными. Вяжем все петли лицевыми, по изнанке вяжем полностью ряд изнаночными петлями. Итак, провязаны все ряды. Теперь нам нужно соединить зубчики. Пополам вот так складываем. Берем черную ниточку. И вот здесь вот на первом ряду, где мы только начинали черную вводить, вот эту вот сбоку поднимаем правой спицы, одеваем на левую спицу и вместе с черной провязываем
1 лицевой, 2 петли. Теперь петлю переворачиваем. Разворачиваем наизнанку и подхватываем вот эту вот серенькую перегородочку. И провязываем серенькую и черненькую черной ниточкой. Опять переворачиваем, наизнанку разворачиваем, подхватываем вот эту вот серую перегородочку. Провязываем 2 вместе. Это очень быстро, это очень легко. Перевернули, развернули, подхватили и провязали 2 вместе. Видите, это несложно. Главное подхватить каждую, чтобы не пропускать ни одной с изнаночной стороны. И вот так вот мы 2 вместе провязываем. И получается у нас вот такие вот зубчики. Вот так вот. И так мы вяжем до последней петли. Последнюю также мы берем вот прямо вот с, ну, которая вот с косички. Вот эту берем ниточку. Провязала я зубчики до конца, и теперь по изнаночной стороне все петли этой же черной ниточкой я провяжу лицевыми петлями. Потом я взяла сиреневую ниточку и провязала 4 ряда по лицевой лицевыми, а по изнаночной изнаночными. Пока вяжем лицевыми. Теперь я взяла сиреневую ниточку и вяжем сиреневой ниточкой лицевыми по изнанке изнаночными и опять по лицу лицевыми, а по изнанке изнаночными. Так мы провяжем 4 ряда. Провязали мы 4 ряда сиреневой ниточкой. Теперь поднимаем черную ниточку и провязываем 1 лицевую, 1 снимаем нить за работой. Опять 1 лицевая, 1 снять. 1 лицевая, 1 снять. Так мы вяжем до конца ряда. Этот рисуночек всем знакомый. Мы несколько раз уже им вязали. И кромочная. По изнаночной стороне снятую мы снимаем, а черненькую, которая изнаночная, мы ее провязываем изнаночной. Опять одну сняли, одна изнаночная. Одну сняли, одна изнаночная. Снимаем нить перед работой, у нас остается. Довязываем до конца ряда, потом поднимаем сиреневую ниточку и вяжем 1 ряд лицевыми и 1 ряд изнаночными петлями. Я провязала 2 ряда сиреневой ниточкой. И теперь берем основной цвет серенький и провяжем еще 4 ряда по лицевой лицевыми, по изнаночной
изнаночными. Вяжем ряд лицевыми, ряд изнаночными, ряд лицевыми, ряд изнаночными. Все гениально просто. Так, провязала я еще 4 ряда серенькой ниточкой. Теперь продолжаем вязать серенькой ниточкой. На спице 52 петли. Вяжем сейчас мы 16 петель вместе с кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Теперь снимаем на крючок 20 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И посчитаем, здесь тоже должно быть 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 16. Теперь берем ниточку и протаскиваем крючком через все 20 петель и закрепляем, одеваем на левую спицу и продолжаем дальше вязать. Тут подтягиваем ниточки, эти петелечку вот тут ниточкой, и продолжаем вязать еще 16 петель. На спице у нас 33 петли. Набирали 32. После всех этих убавлений у нас стало 33 петли, потому что одна средняя петля, которую мы соединяли, она у нас добавилась в серединке. Теперь вяжем петли все изнаночные по изнанке. И считаем. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, которые мы провязывали все петли, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Все. Вот у нас такой вот получился мысик. Вот так вот он будет выглядеть. Теперь вяжем 4 ряда лицевыми по изнанке изнаночными. 3-4 ряда вяжем. Туда, сюда и туда. Лицевыми, изнаночными, лицевыми. Так, я провязала лицевыми, изнаночными, лицевыми. Теперь по изнаночной стороне я провязала здесь 2 дорожки. Сейчас я по изнаночной стороне провяжу лицевыми, а потом сиреневой провяжу лицевыми и изнаночными. Это я провязала для того, чтобы этот рулик не скатывался дальше. Здесь как тормоз стоит. Вот эти вот 2 дорожки, они как тормозят и дальше не дают
закруглиться вот этому вот рулику. Не хотите, можете не делать. Я это сделала специально, как тормоз сделала. Сейчас я провяжу до конца серенькими, потом подниму сиреневую ниточку и два ряда провяжу сиреневой ниточкой. Оба ряда провяжу лицевыми петлями. Так, вот одна дорожка у нас есть уже. Сиреневую я уже поторопилась отрезать. Не надо было. Так, ну теперь мы два ряда вяжем лицевыми сиреневой ниточкой. И потом серенькой ниточкой провяжем столько рядов. Ну вы сами смотрите, сколько вам нужно, чтобы оно закруглилось. Я тут провязала 1, 2, 3, 4, 5, так, ошиблась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов я провязала лицевыми по лицу, а изнаночными по изнанке. И закрыла петли. Итак, я провязала. Вот он у меня скрутился. И дальше, видите, тормозит эти две полосочки. Дальше он не скручивается. Теперь мы разворачиваем на изнаночную сторону. И этим же крючком сшиваем заднюю часть и подошву. Не забываем заделывать наши все кончики. Сюда вот за изнаночные петли, за вот эти петли с изнаночной стороны. Все это мы заделываем, сшиваем. И потом по кругу я покажу, как набрать петли для резиночки. И провяжем еще резиночку, чтобы они плотнее держались на ножке. Ну вот такие у нас получились пинеточки. Если вы хотите остаться так, как вот это вот, да, связано вот до этих пор, вы можете оставить их так. Но я подумала, что они будут немножко низковатые, поэтому я здесь еще связала резиночку. Я взяла сиреневую ниточку и потом взяла еще вот такие вот спицы, 4 штуки, ой, 5. 5 штук, которыми мы вяжем носочки. Набрала по кругу вот тут за вот эти вот сиреневые пунктирчики. Набрала по 8 петель и провязала вот тут я набирала за вот эти вот сиреневые перегородочки и по кругу по 8 петель я набрала. Так, 1 2 3 4 5 6. Потом взяла другую. Итак, я, у нас 33 петли, но я набрала здесь 32 по 8 на 4 спицы. И по кругу вязала ну, столько, сколько вы хотите. Я отогнула, вот я думаю, мне этого достаточно. Вяжем по кругу и закрываем петли. Ну, вот такие пинеточки сегодня мы с вами связали. Я думаю, что я понятно все рассказала, показала, как что, зачем вяжется. Я думаю, вы все сделали правильно, и у вас все получилось. Вот такие пинеточки необычные сегодня связались. Я вам желаю всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. Моделек у меня около 500. Выбор огромный. И если вам непонятно это видео, не торопитесь отписываться. Посмотрите другие видео. У меня достаточно много видео, что
можно выбрать любое другое видео, если вам это не понравится. Ну, на сегодня я буду заканчивать. Жду вас на своем канале. Всего вам доброго. До свидания.